option. I transform like this, perform like this. Without you, a new weapon. I know how to play. I meditate. Then off your head. This that put the kiss to bed. This that I got. Да боже! Шо? Уйди с глаз, пока я тебя не расстреляю, на серьезе. Ты меня под них хоп сбил. И куда он упрыгал, интересно? А я это возьму. Не, это бомба. Это мне нравится. Ого. Кто-то тут базу отстроил. Стой, брат. Да, блядь, куда она едет? Это пиздец. Да, сука, блядь. Да, блядь, да выруле нахуй. Да выруле, блядь. Это просто пиздец. Как здесь на машинах ездят, я не понимаю этого. На катании буквально проще будет добраться куда-нибудь и быстрее. Офицер, вы офицер или просто полицейский, извините? Офицер. А не могли бы вы стать моей охраной, моей больницы, собрать больницу открывать? Вот, не могли бы вы охранять меня, чтобы там меня не уничтожали, разве? Просто город-то криминальный. Вы можете вызвать Мадонна, полицию в любое нужное... Блять, я тебя захуярю, понял? Мало момент, ого. Прикольно. Что за ебанат? А, 13 минут на серваке. Ну понятно. Нет, сиди тут. Нет, я не знаю, что ты админ, прости. А, то есть, будешь ли ты нарушать или нет, определяется только тем, если у меня админка. Серьезно? Ну, давай, отдыхай. Сделал нормальный голос. Так ты тоже сделай нормальный голос. У меня нормальный. У тебя нет, пискля. А то есть я больше так не буду. Вылез. Ой, я случайно. К стене. Раз. Два. Стой, пошли. Угон автомобиля. Я не угонял ничего, алло, имбецил. Лицом к стене. Он убежал. Лицом к стене. Раз. Пиды нахуй нет. Хорошо. По правилу катаны так делать нельзя. Запрещено провоцировать полицию, надеясь следствие скрыться. Используя катану. Бан за фир РП. Тупой. Нон РП. Куда? Что не так? Нормально води, брат. Да это, я пытаюсь, Этот, ты заранее поворачиваешь, ты знаешь, ты должен прочитать. Вот смотри, видишь, спереди про поворот. Поверни и газуй. Уже поверни, поворачивай уже. Во-во-во. Пиздец. Шамаич душит Лексус. А ну, там что-то произошло, вызов. Взрываю. Пропускаем. Ставим все лицом к стене. Лицом. Все лицом к стене ставим. Агент ФБ. Вы тоже ФБ. Лицом. Агент ФБ. Стали лицом. Что произошло здесь? У меня, короче, машину угнали. Что, пристал прям красавцем к стене? Премьер-министр, приказ премьер-министра, стал лицом. Окей, а кто угнал? Лицом к стене встал, ты не слышишь, да? Лицом к стене встал. Кто угнал, спрашиваю. Подожди, я же не представился. А, я понял. Ну, раз арестовали, то окей. Не, ну магазин построек, это, конечно, да. Это прям кайфовый. Не, магазин построек я почекал, прям одобрено. Он классно выглядит, удобно очень. Давно такое нужно было на Dark RP, потому что, к
кто-то в Дискорде выставлял. А так прям внутри сервака вы покупаете себе дубликаты и все. Ну, главное найти подходящий. Даже, к примеру, с точки зрения перехода на другие серваки. Вот на одном у вас есть дубликаты там на какую-то постройку, но на каждом серваке, хоть и большинство пропов одинаковые можно спавнить, но есть некоторые, которые в блэк-листе, некоторые нельзя ставить, и эти некоторые пропы могут быть в вашей постройке с другого сервака. А тут уже за вас кто-то что-то сделал, вы можете взять эту постройку, купить и все. Магазин «Жесткая пуля». Блять, под чем находятся те люди, которые ставят себе такие названия? И где моя маскировка? Я не могу понять, как мне врубить маскировку. Слушай, стой, ФБИ, подскажи, маскировку где достать? По-моему, это либо у меня и этих наемников, либо это ты херня. А что, у тебя тоже нету? Не, нету, это только мама маньяк. Нахуй тогда этот агент ФБИ нужен вообще? Его самая главная суть всегда была еще с 17 года, чтобы была маскировка. Нахуй бежишь, ломаешь. Блять, какие-то обезьяны, еб вашу мать, что за дерьмо? Стажёр еще, кстати говоря. Хочу покончить жизнь. А ну, я выучил один метод психологии такой. Сейчас надо попробовать. Подожди, не... Парень, подожди, не прыгай, дай мне попробовать метод. Что, ты уже, блять, прыгнул? Нет, блять, не прыгнул, я другой прыгал, пиздец. И только время теряю. Должно вроде... Подожди, подожди. Не надо этого делать. Чё ты? Стой. Да иди нахуй отсюда. Агент. Да иди, блядь, отсюда не мешай. Ты чё, тупой, что ли, нахуй? Съебись, блядь. Ну чё, тебя тоже... Блядь, ты что, ёбнулся? Тебя прибить прямо здесь? Я под маскировкой, долбоёб. Тоже агент ФБА. Тебя тоже заебало всё, да? Ты, если чё, не кипишу, я ничего делать не буду особо. Я вообще тоже об этом думал. Ну что ты думаешь? Решился, не? Ещё шаг сделаешь и прыгну. Да пожалуйста, слушай. Меньше просто бумажной волокиты будет. Так, что ты, прям решил, да, уже? А под какую песню собираешься прыгать? Ну, под какую? Мотивчик, может, сможешь напеть, не? Ну, текст знаешь, давай, начинай петь. Значит, научишься, пока будешь сидеть в отделе. Давай за мной двигайся. Давай за мной двигайся сразу. Сюда. Да, все, в психбольницу давай. Блять, тебя в психбольницу. Стой. Подожди, куда ты его арест-палку тащишь? Давай. Не развязывайся, не развязывайся. Ты его ударил шокером, в реальной жизни бы он бы свалил. В реальной жизни есть глаза хищника, лапы зайца, еще какая-нибудь хуета из читов дома. Нет, ну вот и закройте ебачи. А, еще катана, которая электрошоком бьет. И куда ты идешь? Нет, а тебя никто не отпускал. Стой, блядь, стоять. Не развязывайся, оно тебе вообще не нужно. Будешь еще раз развязываться пытаться, я тебя сразу арестую за неподчинение. Это будет хуже, чем то, что я приготовил тебе сейчас. Пойдем. Надо искать людей, потому что не все ходят, не все продают. У них перезаходим. Месяц, типа, нужно еще пойти. Так, ну чтобы ты с собой ничего не сделал, у тебя, наверное, пока руки завязанными останутся. А я пока с тобой посижу. Он ливнул нахуй с сервака, блядь. Я думал уже, ну, психолога, терапевта там вызвать. Или кто этой хуйней занимается. Я думал это отыграть от скуки. Потому что, ну, сейчас сколько человек? 39. Ну, дай бог, чтобы 20 хотя бы было реальных. Я имею в виду не тех, кто стоит в ФК ко мне. Вот эти. Лицом к стене оба. Иди somewhere else, bro. Ow! Нет, погоди, я. Что случилось? Зачем ты заходишь в мой дом? Что ты делаешь? Это нон-арбит. Это мой друг. В стене. Это нон-арбит. У тебя, блядь, труп сотрудников ФБИ. Вы охуели совсем, что блядь? Ты по какой причине он тут вообще валяется и что произошло? Я обнаружил труп сотрудника ФБИ. Ребят, тишину соблюдайте, пожалуйста, по очереди говорите. Не развязывайтесь, либо я вас всех поубиваю здесь обоих. А кто стреляет? Кого? Про что вообще? Еще раз тебя, блядь, спрашиваю. Почему у тебя здесь жмур был сотрудника ФБИ? Только валялся, я его вытащить пытался. Он пьяный был.
Видимо, дохлый, я не знаю. Еще раз, причина, по которой у вас здесь труп находился. Не развязывайся. Кейн, неподчинение. Нон-РП! Может, ты тогда говорить будешь, нет? В помещении находилось трое как раз таки. Вы вдвоем и мертвый сотрудник. До этого были слышны выстрелы, а также звуки как раз ударов, да. Агент ФБИ умрет через 2 минуты. Уф. Сука, да и там заложник еще, блядь. Здорово, давай! Выкупать. Выкупать. Вы за выкупом? Только, пожалуйста, уберите тайзер, я боюсь. Что вы меня да, блять, короче, вот смотри. Ой, блядь, смотри. Ты что, дурак? Я так понял. Выкуп уже не особо нужен, да? Пойдем выкупать другого. Там еще одного, какой-то лысый гондон взял заложник. А, у него целых 2 заложника, он просит выкуп столько. Сука, бизнесмены. Приходит один без оружия. Ну, окей. Напарник, наверное. Ща, подожди. Спокойно, сохраняем спокойствие. Тихо, там еще один, слышь, подвязанный. Надо как-то его аккуратненько снять. Подожди. Стопе, подожди. Сейчас. Давай. Блять, он разбился, что ли, сука, серьезно, нахуй? Серьезно? Пипец. Ну хотя бы одного мы спасли. Ну, 50 тысяч сэкономили, значит. Раз одного спасли из 2. Это был его первый и последний стартап, блять, продавать заложников. Да там нету никого, что за пиздёж? Заходи, ты там под прикрытием здесь он. Вот он. У меня хотят, кстати, ограть. Да свой. Да не свой, свой. А покажи документы, давай. Стой. Документы покажи. Что? Покажи что документы. Показать? Документы. Документы покажи, что ты свой. На наличие чего-нибудь, не знаю. Ладно. У каждого может быть щит. Документы. Вот у меня щит. Документы, щит, блядь, есть. Твои где? Да щит у меня есть. Это что, документы потом? Ты что, ебанат? Есть. Смотри, тайзер, ты что делаешь? Вот что есть у меня, свой. Смотри, даже вышиба. Ты что-то делаешь. Да ладно, все давай. Да там на костюм защиту такое? Просто ставят на нашу. От тазеров этих как раз. Вот я проверил. Если у него, сука, щит в качестве документов он предоставляет, тогда я вот так проверяю. Ты проверяешь, а? Что, я проверяю, пиздишь ты мне или нет. Не пиздишь, оказывается. Прикольно. Ну это будет тогда Freedom Mode сразу. Окей. Мне вот очень интересно. Как не знаю с кем там. Ты матерился через раз, ты хотя знаешь, что госсотрудник. Нормально со мной не разговаривал, с тобой нормально говорить. А как мне разговаривать с таким человеком, который в качестве документов щит предоставляет? Когда ему говорят несколько раз документы дать. Вот смотри, документы мои. А сейчас ты мне их зачем показываешь, когда я уже не на профессии? Ну то есть ты ведешь себя сам неадекватно? Когда тебя просят документы показать, показывая щит, еще что-то из снаряжения. А потом ты удивляешься, что... Ага, я понял. Да я понял, щит? Что ты гос. Только сейчас мне эта информация зачем мне? Я просили тогда показать. Ты бегал с оружием, с щитом по комнате. Это нормально, не? Да, нормально. Угу. И то есть ты вот считаешь нормально тогда бегать, щит показывать вместо документов. Хотя ты можешь либо паспорт достать, либо, если ты действительно ФБИ, просто через МИ это прописать. Показал удостоверение, там, значок какой-нибудь. Хорошо. Ну что хорошо? Ты меня, получается, просто так уволил. Нет, ты со мной неадекватно разговаривал. Вот, а ты мне скажи, а как тогда с тобой надо было разговаривать, интересно? Ну, ответ будет, как с тобой в тот момент надо было интересно мне разговаривать. Алло, может, ты мне курс по коммуникации проведешь? Да я-то тут, человек постоянно куда-то отходит, на вопрос не отвечает. STAE, нижнее подчеркивание 0,1, сумма 61 миллион 564 тысячи 217. Элитный бандит. Что за адверт рул? Ты просто так уволил меня. Адверт рул. Что за адверт рул? Ты другие слова знаешь, нет? Пункт есть такой в правилах. Так, ну а каким образом это сюда относится, если ты меня уволил по неадекватной причине?
Не, подожди, я тебя уволил за то, что ты неадекватно со мной общался как-то через. Так а при чем тут адверт-рул, о котором ты говоришь несколько раз, я не понимаю. Правила объявления. Здрасте, кто заведующий за ним? Ну а ты наиграл тут 200 часов, ты наборный админ. Вот раз ты знаешь, как эту профессию отыгрывать, ты вот мне объясни, а как с тобой надо было общаться и как играть на ФБИ? Типа как ты бегать, да? Когда тебя просят документы показать, доставать щит и бегать по комнате, когда тебя просят стоять спокойно, да? Какую ты реакцию еще ожидаешь? Ответ будет какой-нибудь, нет? Время, сколько можно еще тянуть? Ау, согласно правилу 26.3, не отвечаешь на вопросы администратора, ты будешь наказан за то, в чем обвиняешься. Так, все, я тут... Да, нахуй. Да, признаю, все, можешь банить. Окей, у тебя freedom off, плюс non-RP. Да, хорошо. Извини, что так тяну, я просто там правильно друг. Ужас, наборка нарушает. Находишься. 30 минут за Freedom Mode. И ты, ну, час, короче, пусть идет отдыхать. НРП. А, он еще в другую игру ебашил. Ну вот интересный человек. Я тут думаю, лучше заходить по несколько раз на гамбите и понемногу собирать материал, потому что здесь очень быстро меня палят, и люди начинают специально нарушать неискренне, чтобы просто-напросто я их забанил, и все. Вот, как вы можете вспомнить, вот эти два дурачка, блять, которые вспалили, что это я, начали просто так РДМить меня и отлетели на полтора часа. Но потом вроде бы успокоились, ну и слава богу. Я не знаю, нахуй здесь таксист нужен, если вам некуда, собственно, тут ходить на серваке, ну буквально некуда. У вас нету каких-то, я не знаю, можно добежать спокойненько пешком. Машины это так чисто условность. Маскировки так и нету, серьезно? А блин, реально маскировки нету. Я помню, я заходил на разные серваки, и как бы да, была проблема там. То есть маскировка, то нету ее. А потом она что-то вообще пропала здесь. Такая Сараган Дода. Сараган Дода. Вышел. Помогите. К стене. Это хорошо, кто не нервничает. Взрывайте ему машину, ставьте лицом к стене его. Я под контролем. Ну ты его нормально, нет, лицом к стене встань. Что он нарушает? Я? Ну где этот долбоёб? Вот, блять, куда он пропал, вот интересно. Чё я машину сломал? Она вообще сначала была его, потом она стала ничейная. Кого? А, я понял, кто это был. А. Фер-РП. Душит. Докажи. Доказывать? Что доказать конкретно? Ну что у меня фер-РП? А ты не делал этого раза? А, ты этот. А чё ты сразу душишь? Ты чё ты, блин? Чё, кто, даже не можешь? Кто душит-то? Ты просто это, правила это... нарушил и всего-то. Ты, блядь, обиделся за то, что я просто, блядь, даже просто в машину сел по фану, блядь. Ну так, по фану ты можешь пойти в эту, в песочницу поиграть. Чё, мог бы, ну ты машину бы прострелял, ну, да, ну, меня ты... поймал, ну... чё сразу душить-то? Так, фир РП. Маленькое нарушение вообще, чё просто в тачку сел. Тем более я вышел из неё, только ты в этот момент её уже расстрелял. Я Но мне хватило, что ты понял, вылез вышел, в ты первый раз, по-быстрому отремонтировал её и попытался меня уехать. Там не было. Я из неё вышел, когда ты сказал. Но мне хватило одного раза, что ты ремонтировал её и попытался уехать. Мне этого хватило. А потом я из нее вышел. А потом меня уже не волнует, ты первый раз уже сделал нарушение. Я вышел и все, я к тебе начал подходить. Mm-hmm. Я к тебе подошел, ты просто за машиной побежал. Ты что-то там сказал, может, к стене, я не знаю, я в тачку сел, вначале не понял, что ты сказал. Потом, как осознал, вышел из нее, к тебе подошел, ты начал за тачкой и дальше бежать, расстреливать ее. Да, ты ее отремонтировал, сел обратно, поехал. Не, это потом было еще. Ну да. После того, как отремонтил. А, нет, подожди, гранета бус, это относится к нон-РП. У тебя демка на это есть? Ну так это у него также выходит из нон-РП, фир-РП вот это, из пункта, то есть час. Я же без понятия, что ты ему собираешься. Ну-ну-ну, я ж тебя и слушаю, чтобы узнать, может у него другое нарушение. Но если у него то же самое из этого же пункта, то окей. Сейчас я ему выдам, блядь. Да. Ну хорошо, Пузик, у тебя есть демка на мое нарушение? Демка, у меня есть демка на твое нарушение. Ну ты что, этого не делал? Ты соблюдал это правило, разве? О котором я говорю. Ну у тебя есть демка на мое нарушение? Нет, ты мне ответ просто на вопрос дай, да и все. Ну допустим, я нарушил правила, но у тебя есть демка на это нарушение? Ну допустим, у меня есть демка. Понимать. Шиз какой-то, бля. Слушай, у меня нормальное имя, пузо карлика 007. Гиперяйца 24.
что? Стоп, сейчас. Говнокрад 29. Король бичей 77. Мерзкий гиббон 99. Лесной лох 36. Вот, хорошо, я тебе персонажа как раз создаю. Будешь играть за него, да? Но имя мы уже тебе подобрали, потом выберем класс, за кого ты будешь играть.